Вторые сутки легендарный экс-президент ЮАР Нельсон Мандела находится в клинике. Он госпитализирован с рецидивом легочной инфекции. Врачи сообщают, что Мандела положительно реагирует на лечение, однако состояние его здоровья вызывает беспокойство. Эта госпитализация стала для Манделы уже четвертой за последние 2 года. Президент ЮАР Джейкоб Зума обратился к народу с призывом не паниковать. Внимание всего мира приковано к Нельсону Манделе. Мы надеемся, что он скоро вернется. Да здравствует Мандела. Мы желаем ему скорейшего выздоровления. Он так много для всех нас сделал. Сегодня он стал нашей иконой. Благодаря ему мы свободны. Его уход может спровоцировать хаос в стране. С ним будет все хорошо. Он герой и боец. Он выкарабкается. Барак Обама выразил беспокойство состоянием здоровья Манделы и назвал его героем. Перед встречей с лидерами африканских государств в Белом доме он, в частности, сказал: «Все мы понимаем, что он дал своему народу, народу Южной Африки и людям континента. Он является источником вдохновения для всех нас. Когда вы думаете об одном человеке, воплощающем все лидерские качества, к которым, думаю, стремимся все мы, первое имя, которое приходит на ум, это Нельсон Мандела». Нынешний президент Южноафриканской республики Джейкоб Зума призвал весь мир молиться за Нельсона Манделу и его семью.